Итак, друзья, как сделать зеркальное отражение любой картинки, любого текста в PaintNet? Итак, поехали. Соответственно, все, что нам надо, это просто феноменально просто. Выбираем часть, которую мы хотим отзеркалить, нажимаем Ctrl-C, Ctrl-V, и все, друзья, смотрите. Вот так перемещаем, берем за левую часть, в отличие от того, ну, относительно какой оси нам надо отзеркалить, допустим, относительно вертикальной оси правой, и, соответственно, берем слева и отзеркаливаем. Вот так вот, вот переносим, мы отзеркалили. И, соответственно, переносим, куда нам надо. Ну, ладно, чтобы вам было понятно, давайте сделаем вот так. Разделим картинку на две части, вот так вот, Ctrl-C, Ctrl-V, и, соответственно, берем слева и отзеркаливаем левую часть относительно, видите, у нас идеально отзеркаленная, как вот это показывает, смотрите, идеально отзеркаленная левая и правая часть. То же самое, значит, у нас сверху и снизу, вот так вот копируем, нажимаем Ctrl-C, Ctrl-V, и все то же самое делаем, вот еще раз отзеркаливаем. То есть у нас 4 раза отзеркалено, вот с этой стороны, с этой, сверху, снизу, справа, слева, то есть полностью 4 части отзеркалены. Посмотрите, как выглядит, на мой взгляд, очень даже неплохо. Что с текстом, друзья? Текст достаточно просто выделить. Для этого необходимо волшебной палочкой воспользоваться. И точно так же, друзья, вставляем этот текст и тянем его. Вот так вот, видите, он отзеркаливается. Если мы за левую часть, вот он. Вот так его можно сделать. Вот так вот тысячи раз отзеркаливать и переносить, как мы хотим. Друзья, а чтобы повернуть, кстати, его еще и по горизонтали, достаточно просто правой кнопкой за краешек потянуть. И, соответственно, этот текст у нас еще помимо отзеркаливания еще и может, что происходит с изображением, я не понимаю, но он у нас еще может и вот так вот двигаться. По-моему, очень круто. Друзья, вот, собственно, и все. Надеюсь, вам видео было полезным. Ссылки, как всегда, будут на PaintNet в описании. Скачивайте отличное приложение. Супер. Бесплатный аналог Photoshop, только бесплатный. Ссылки в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.